Сегодня вместе с вами обрежу куст Lara Delight, который я буду опускать в погреб. Специально я его не поливала 2 дня. Грунт здесь сухой. Чем отличается обрезка для погреба от обрезки просто, когда я ставлю под лампу? В погребе темно, в погребе сыро. Значит, грунт должен быть сухой, и растение там не растет. Я выбрала для себя удобный способ обрезки. Я обрезаю такие кусты высоко. Вот у меня ветки, и резать я, если бы я резала для стеллажа, я бы резала очень низко, буквально сантиметров по 2-3 веточки оставляла, а здесь я буду резать высоко. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у куста, если вдруг пойдет какое-то загнивание веток сверху, был резерв на то, чтобы я могла отрезать это загнивание, и дальше оно не пошло. Говорят, что нужно резать только вызревшие кусты, но я с этим не согласна. Я имею опыт опускания в погреб всех кустов, и годовалых, и те, которые зеленые. Ничего страшного в этом нету. Не пропадают они больше, чем пропадают вообще на стеллаже. На стеллаже тоже есть выпады. Все от неправильного полива. Вот я обрезала вот таким образом куст. Здесь сантиметров 6, здесь. Вот такую кочерышку я буду опускать в погреб. Сейчас я обработаю все канцелярским штрихом. Фитоспорина просто у меня здесь нету. Все срезы я обрабатываю. Немножко она у меня постоит еще на подоконнике, чтобы я видела, что все хорошо сухое, срезы не стали сочиться, и буду опускать в погреб. В следующем году это растение пойдет в клумбу, ну а с клумбы я, как правило, их уже не забираю.